Добрый день, дорогие друзья. Это с вами Валькин Дед. И мы будем играть сегодня в Shovel Knight. Хардкорную, олдскульную игрушку, которая вышла буквально в этом году, в 2014. Так. Включать игру. Новая история. Стоит русификатор пиратский, так что будет попроще в этом плане. Так. Вот так вот. Поехали. Нет, что я делаю? Надо сделать вот так. Да. И начинаем. Так, заставочки. Когда-то эти земли были дикими, и по ним ходили легендарные странники. Из всех героев самыми яркими были Лопата-рыцарь и Щит-рыцарь. Надмозги такие надмозги. Но их совместные странствия закончились в Башне Судьбы, когда проклятый амулет учинил ужасную магию. Да, ужасное колдунство. Когда Лопата-рыцарь очнулся, башня была запечатана, а Щит-рыцарь пропала. Какая печалька. Ну, копать картошку, да? Его дух был сломлен, скорбящий Лопата-рыцарь стал вести одинокую жизнь. Но без чемпиона в земли захватили злобные силы, чародейка и ее орден без пощады. Злая лига зла. Теперь башня открыта и назревает разрушение. Новое приключение скоро начнется. Да поскорее будешь. Ух уж эти заставочки. Закопатели. Вот и наш герой. Кружка, как видите, стилизована под 8-битную. Ну, можем приседать. Не сильно, но все-таки можем. Забавно. Так, тут ничего нельзя. Ну что ж, будем копать. Мы же Лопата-рыцарь. Надо будет тебя пригласить как-нибудь на картошку ко мне. Поможешь скопать огород. Так, можем делать вот так вот. Как Скруш Макдак. Из 8-битной же, как она называлась, DuckTales. Утиную историю. Прыгать на лопате можно. Ну и да, собственно, это все, что мы будем заниматься по ходу игры. Копать, копать и еще раз копать. Изрядную лопату дали. Копаем. Да, вот эти переходы экрана, то есть игрушка как бы современная, ну как бы сделанная недавно, да? Но при этом она именно стилизована под 8-битную. То есть графика, вся музыка, вот эти переходы экрана. Эти черные полоски сверху и снизу. Ну, чекпоинт. Так. Движущиеся платформы. Как же я их люблю. Так. Больше платформ. Тут ничего нет? Тут бывают секретки в стенах. И это босс. Опять же стилизованный. То есть анимирован только босс, заднего фона нет. Это потому что в свое время Денди не справлялась с обсчетом графики. То есть, чтобы считать еще босса. При этом... Так, вот попрыгаем. Почешем ему спинку. С обсчетом графики, в общем, чтобы отрисовать самого босса и при этом еще и задник не рисовать красивый. Поэтому задник делался черным. Босс анимировался красиво. Опять же, стилизация. Босс никакущий вообще. Простейший. Ему просто надо прыгать по голове. И все. Босс он ничего не может сделать. То есть, ну, это даже не босс, это скорее такой подбосс. Так. Новые враги. Скелеты. Тоже особо опасности не представляют. Так.
приступаем. И здесь нас учат, что в стенах бывают секретки вот таким вот образом. Оп, стена рушится. То есть секретки будут сделаны таким же образом. Так, давай. Блин, как же мне нравится эта музычка. Спасибо. Давай, умри. Вот она, одна из секретов. Так, что-то мы там, какую-то песенку нашли. Так, у нас есть также инвентарь, да? Наше оружие, доспехи и вот что мы подобрали. Музыкальные ноты. Ага. Понятно. Ладно, пошли дальше. Так, это что? Еще деньги. Хорошо. Хорошо, так. Да, с него ничего не выпало, потому что мы уже убивали его. Еще такая же хрень. Так, теперь ты. Кокоша. Оп, нет, 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 что я делаю? Так вот. Вот, секреточка, хорошо. Можно что-нибудь пособирать хорошее. Правда, оно пропадает, по-моему, да? Здесь надо действовать быстро. Курочка. По-моему, она поднимает жизни. В точности, как Скруш Макдак. Он точно так же прыгал на своей тросточке. Так, 5 чекпоинт. Здесь все просто. Самое начало игры, как бы она... Пока что все просто. Все легко. Так, по-моему, здесь секреточка. То есть она так выглядит. Да, так и есть. Прыгнем немного. Оп, давай. Вот и все, еще одну ноту собрали. Хорошо. Итак. Нет, дави. Блин, это по козябру. Пойдем дальше. Так, опять секреточка. Ого. Еще и со скелетом. Что за подня? Так. Еще понял. А это что? Ой. Надо его убить. Там сундук. То есть, как-то там снизу. Ага, вот здесь, наверное, да? Ну да. Вот так вот. Шли сундучок. Хорошо. Движемся дальше. У нас есть чекпоинт. Сейчас будет все хорошо. Куда ты полетел? Так, еще один дракон. На этот раз... Да-да-да, на этот раз посложнее. А вот нас откинул на чекпоинт. Я просто немножко поспешил. Совсем чуть-чуть поспешил, и поэтому он меня скинул. Так. Берем наш предмет. Вот опять. Вот опять. Тихо. Тут надо стоять. И. Так. Понятно. Как я понимаю, чекпоинты бесконечно можно использовать, да?
То есть это вам не Дэнди, где там есть ограниченное количество континуумов. Хорошо. Что? Тыка номер 3. Давай. Оп. Ну вот и все. Теперь ты умрешь. Главное. Оп. Так, надо подождать, пока он. Так вот. Во. Правда, почти все предметы пропали, но ладно. Хрен с ним. Скелет. Чтоб тебя, скелет. Смотри. Я бы подлечился немножко. Так, а тут ничего нет? Так. Заберем рубинчик. Спрятались, да, в кустах? Давай, сволочь. Выходи. Слизни сраные. Да, секреток много. Надо за этим делом следить постоянно. Так. Он зря это делал, хотя нет. Здесь вроде бы еще одна секретка. Ну да. Так, стенок еще нету. Идем дальше. И это первый босс. Черный рыцарь. Я знал, что ты рано или поздно покажешься, лазурный трус. Уходи, лопата, рыцарь, здесь тебе нечего делать. Отойди, черный рыцарь, у меня нет претензий к тебе, я должен вернуться в башню судьбы. Время притупило твои чувства, разве ты не видишь? Вся долина полностью захвачена чародейкой. И ее непобедимые рыцари Ордена Беспощады стоят между тобой и башней. Но все это не важно, потому что любому противнику чародейки придется сразиться со мной. Доставай лопату. И он тоже с лопатой, да? Да. Так, ага. И как же это? Оп. Тихо. Что-то я как-то туплю малость. Я уже понял. Ой, тихо, не туда. Ясно, понятно. Ну, слава богу, есть чекпоинт. Ну, по крайней мере, болтать ты больше не станешь, да? А чтоб тебя, что я мажу? А, ты сволочь. Прыгивает, да? Давай, давай. Оп, полегче, братюнь. Хватит смеяться там. Болотный. Давай, умри. Коснулся ты, сволочь. Блин. Давай. Вот и все, сволочь. Хорошо. Сделали это. Да, и он, как обычно, живой убежал. Молодец, лопата рыцарь. Даже такую простейшую вещь, как убить рыцаря, ты не можешь. Молодец. Угу. Как в этом? Как же он? Golden Axe, да? Ночую ему костра. О, это же
Щит рыцарь, да? Ловим, ловим. Ва-а-а. Ловим. Оп, поймали. Тем временем утро. То есть надо разбудить его. О, ага. Что, завтракать будем? Раскопали костер, и там каким-то образом оказались деньги. Отлично. Валим отсюда. Нас ждут великие дела. Вот и карта. Сможем передвигаться. Пойдем дальше. Стоять! Никакого оружия! У нас и так хватает поход без размахивающих повсюду мечами. Ой, ха-ха, это не оружие, просто лопата. Тогда можешь войти, не забывай. Нажимай даблы, чтобы говорить. Понятно, давай поговорим. Это целая проблема, воин. Хорошо. То есть он не воспринимает нас всерьез, да? О, тихо. Да, сети фишку. Лошадь. Так, войти я не могу никуда. Леди Олень. Ребята, у вас тут явно проблема. Так, ты что скажешь? Понятно. Ты? Рыбак. Бард. Привет, странник. Я простой бард, но у меня большая проблема. Я потерял все свои музыкальные ноты. Весь мой репертуар разлетелся по всем землям. Если найдешь музыкальные ноты, иди ко мне, и я вознагражу тебя щедро. Ого, у тебя две музыкальные ноты. Класс. Возьми 500 золота за каждую. Чего бы нет. Посмотрим. О, ты нашел соперник. Черный рыцарь отличный музыкальный вкус. Ему стоило учить композицию. Но тогда, полагаю, соперник появился бы у меня. Так, ну... Ладно, давайте попробуем. Сыграй песню. Главную тему изменю. Пускай будет вот это. Нет, вот это. Она мне нравится. Так. Выход. Они тут что-то болтают свое. Мак-козёл. Что-то я не то нажал. Так. Ага. То есть мы можем купить улучшалку здоровья. Давай. Чё бы нет. Так, а тут ты повар, да? Давай. Отлично. Пожрём. У нас прибавилось здоровье. Отлично. Что ты ещё скажешь? А теперь 4500. Я пока не буду. Может, здесь еще можно что-нибудь купить. А-а-а.
сначала идти вниз. Это призрак. Ну, то есть нам надо сейчас будет убедить, наверное, да? Я не ведьма. То есть она как бы показывает нашу статистику за игру, да? Опа. Ты что скажешь? Сыграв в игру. Попробуем. Так. И что мне нужно делать? Да? Такая забавная мини-игра. Слип, я еще попадал. Тихо, тихо, давай. Точно стопроцентная. Можно заработать немножко, да? Ладно. Так, а там тоже что-то есть, да, с той стороны? Ну, ребят, до вас проблемы. Какие-то они конченые все. Бросай лопату. Тройной ученик. Что? Наполовину форель и наполовину яблоко. Произносится с трудом. Чё? Они чё, укуренные все, что ли? Какое-то наебало, по-моему, нет? Давайте возьмем один, на всякий случай. Тройной кубок. Ладно. Какие-то они все вообще. Давай посмотрим. Удочка. Давай купим. На всякий случай. Так, валим отсюда. Они упоротые все, просто в край. Так, девочка. Ого, мистер рыцарь, классная палка. Давайте сыграем. И убежал, молодец. Вы действительно сам лопата рыцарь. Докажите это, выкопайте эту кучу. По-моему, ты хочешь меня просто заставить работать, да? Ну, попробуем. Как он радуется, ёжик. Ого, невероятно, действительно лопата рыцарь. Да, или я просто фермер. Так. Эти ведра такие тяжелые. Я помог бы, но не помогу. Сколько тут народу? Там он. Нота. Как туда добраться? Сундучок еще. Какой парень, а? Здоровый. Рассказывай всем. Молодец.
Старец, мудрый старец, что ты мне скажешь? Седые бровились. Лопата рыцарь, тебя ожидают испытания, не отчаивайся. Каждое поражение лишь усиливает твою решимость. И все? Ну ладно. То есть прошли деревья насквозь. Замок Праймер, логово короля рыцаря. По-моему, это боевая локация, нет? Так, ну, на этой ноте, пожалуй, закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, если что. Если все-таки понравилось. И всем пока!